Тихий лес хаваў магілу невядомага салдата. Яе знайшлі леснікі. Даўгалецкі сельскі савет сумесна са школай распрацавалі маршрут-квест «Месца акультурылі». Напярэдадні пачатку вызваленчай аперацыі Багратіён сюды прыехалі аддаць даніну памяці простаму салдату, які аддаў сваё жыццё за мірнае неба. Напярэдадні знакавых дат на гэтым месцы ладзяцца сустрэчы і мітынгі, але такое маштабнае мерапрыемства прайшло ўпершыню. Сегодняшнее мероприятие, конечно, это масштабное мероприятие. Я думаю, оно привлечет внимание не только жителей Гомельского района, но и ближайших районов. Я думаю, что молодежь сможет здесь вот этими маршрутами, маршрутами военных лет, маршрутами победы на велопробеге устраивать. Это будет интересно. Гэтая территория у 1943-м была оккупована немцами. Сборный образ одного из боев за важную вышиню обновили у поселку Дубовец. Стрельба, выбухи, переодоление самого себе. Усё гэта у полной меры переодали удельники реконструкции. Яны нібы открыли портал у минулое и продемонстрировали наглядно, якой ценой была достигнута великая перемога. Когда ты сам окажешься, пускай, будем говорить, в схематичном таком бою, не совсем реальном, ну, со взрывами, со стрельбой, как ты себя поведешь, как люди к этому привыкали, как люди становились настоящими профессионалами, которые смогли освободить нашу родину. И вот генетический код ведь никто не отменял. Деды и прадеды наших ребят, они участвовали в освобождении Белоруссии. Мы сегодня через себя пронесли то, что и почувствовали, как это было трудно и сложно завоевать эту победу, и что мы сегодня живем под таким мирным небом и под солнцем. Операция «Багратіён» почалася 23 червня 1944 года. У ее удельничали больше за 1 миллион военных. Наступление Червоной армии шло у полосе протяглостью больше за 1000 километров. За сутки наши войски вызволяли до 30 километров. Операция дужилася 68 дзён. Светлана Главко, Сергей Калацей, телерадуя компания «Гомель».